Медитация – тонкая настройка семи чакр. Данная медитация необходима для того, чтобы настроить все семь чакр на правильную гармоничную работу. Сейчас мы будем прорабатывать все чакры. Каждой чакре соответствует свой цвет. Именно поэтому нам нужно с вами визуализировать образ чакры, представляя ее как цветной вибрирующий шар. Чтобы было легче, каждый раз я буду говорить, какую чакру мы сейчас визуализируем в ближайшие 10 минут и какой цвет ей соответствует. Вы же на внутреннем экране должны воспроизводить этот цвет у себя в образе. Первая чакра – Муладхара. Концентрируемся на красном цвете. В процессе представления образа чакры в момент визуализации чакры как цветной вибрирующий шар, не забывайте следить за дыханием. Оно должно быть глубоким, спокойным, размеренным.
вторая чакра Сватхистхана. Концентрируемся на оранжевом цвете. Thank you.
Третья чакра – манипура. Концентрируемся на желтом цвете. Thank you.
Четвертая чакра – анахата. Концентрируемся на зеленом цвете. Thank you.
пятая чакра – Вишудха. Концентрируемся на голубом цвете.
шестая чакра – аджна. Концентрируемся на синем цвете. Thank you.
Седьмая чакра – сахасрара. Концентрируемся на фиолетовом цвете.
медленно открывайте глаза. Потянитесь и можете отдыхать. Я благодарю вас за медитацию. Теперь вы настроили свое тонкое тело, и живительная энергия протекает свободно. А с вами была Юлия Жукова.